Добрый вечер, коллеги. Спасибо тем, кто пришел. Я бы хотел рассказать вам о возможной роли информационной службы в реорганизации бизнес-процесса предприятия. А перед тем, как я, собственно, вам расскажу, разрешите у вас тоже полюбопытствовать. Вот мне не совсем понятен состав присутствующих на данной конференции, хотя у меня есть вот сомнения на этот счет. Все предприятия ведь можно разделить на, строго говоря, поставщиков информационных технологий и потребителей информационных технологий. У меня создается впечатление, что здесь больше поставщики информационных технологий. А есть люди, представляющие потребители информационных технологий? Можете поднять руки? Понятно. И вот предприятия, которые являются потребителями, их, наверное, можно на три группы разделить. Есть предприятия, которые полностью сами разрабатывают для себя свои информационные системы. Есть предприятия, которые заказывают информационные системы, но имеют у себя, может, аналитическую службу, ставящие задачи. Есть предприятия, которые просто занимаются бизнесами, когда им надо, привлекают фирмы для исполнения работ. И, соответственно, вот фирмы, которые являются поставщиками информационных технологий, иногда не только разрабатывают приложения, а иногда полностью берут на себя все работы по реорганизации предприятий, внедрению в информационную систему. А среди тех, кто представляет поставщиков информационных технологий, есть те, которые фирмы оказывают полный комплекс услуг по внедрению информационных систем. Поднимите руки, есть такие? Ну, то есть, получается, не только разработчики. Это я к чему вас спросил, чтобы мне немножко лучше сориентироваться, потому что мы представляем с моим коллегой Воткинский завод. Это предприятие машиностроительное, оборонно-промышленного комплекса. Численность производит изделия аэрокосмической спецтехники оно. Общая численность предприятия чуть-чуть поменьше 12 тысяч персонала. Общее количество основных производственных рабочих около 4 тысяч. Количество компьютеров в сети предприятия около 3-4 тысяч. А информационная служба составляет 150 человек. Из них 50 человек службы как таковой разработки. И строго говоря, ранее, последние 10 лет, давно существовал отдельный класс аналитиков, подразделения, которое ставило задачи программистам, а в последние 10 лет это понятие постепенно рассосалось, и каждый разработчик, грубо говоря, сам анализировал проблемы, которые ставит ему производство, и сам их решал. И вот сейчас мы снова пытаемся создать институт бизнес-аналитиков и прикладных, и будем смотреть, что из этого получается. Так вот, о чем я хотел с вами поговорить? Я бы хотел сформулировать вопрос основной, который, на мой взгляд, представляет интерес, дать на него вариант ответа, рассмотреть возможные стратегии, какие из этого вытекают следствия. Что является поучительным в нашей отрасли? Вот ни для кого является не секретом, хотя широко не распространяется, то, что большая часть всех проектов по внедрению информационных систем неуспешная. Успехом как таковым кончаются, завершаются. Около трети всех проектов, остальные две трети проектов так или иначе являются неуспешными. Или полностью провальными, или провальными частично. Почему так возникает? Это по сведениям Standish Group в 2007 году я такую информацию нашел. Каковы причины этого? Причины подвигаются самые разные. И низкая квалификация кадров на предприятии, нестабильное законодательство, коррупция, неформализованные бизнес-процессы, что поучительно. Большая часть причин, большая часть людей, ответивших на этот вопрос, почти половина, назвала невнимание руководства к выполнению проекта. Именно приводит к проблемам его реализации. Отсюда вытекает в беседах широко распространенное отношение. Фирмы-внедренцы и внутренние службы предприятия говорят, что информационные системы можно внедрять качественно только под жестким и постоянным контролем руководства. Если жесткого контроля руководства нет, то в это дело или не стоит ввязываться, или проект будет неуспешным. Все этого хотят. Многие хотят. В чем, однако, реалии жизни состоят? Не знаю, у кого как, а вот у многих моих знакомых и у нас часто мы наблюдаем ситуацию, когда руководство демонстрирует заинтересованность в проекте, как бы воспринимается, что не принимает существенное участие в решении вопросов, да, кроме того, что оно поддерживает, оно собирает совещания, проводит их, как-то пытается подтолкнуть людей к решению возникающих вопросов, тем не менее, прямого такого явного вмешательства не производит, и создается впечатление, что вроде бы как бы ему и не надо,
Да, спрашивается, зачем же все-таки нас всех привлекли? Почему так происходит? Существует тривиальный ответ на этот вопрос, который дается часто и представляется вроде бы вполне осмысленными. Вот, например, часто говорят, что просто руководство поощряет инициативу. Знаете, как есть такой анекдот, говорят, что руководителю низшего звена показана ампутация двух пальцев, чтобы он мог только сказать, сделайте не первое, второе, третье, а руководителю высшего звена рекомендована ампутация еще двух пальцев, чтобы он показал просто, вот ты сделай мне. И часто руководитель не может найти того, кому бы он поручил, и просто смотрит, кто проявит инициативу и будет его поддерживать. Есть такое объяснение. Часто встречается объяснение, что руководитель просто не видит приемлемого решения тех вопросов, перед ним ставят. Потому что многие знают, как неправильно воспитывать детей, но никто не знает, как это делать правильно. И что делать руководителю, если он не знает, как лучше? Получается, занимать позицию, опять-таки в надежде, что ситуация рассосется как-нибудь. Часто называется причиной, что руководство не хочет заострять отношения с ключевыми своими подчиненными. Потому что сказано, что легко привести коня к воде, но трудно заставить его пить. И стоит ли руководителю заставлять своего менеджера среднего звена делать то, что он считает неправильным и неверным? Не будет ли из этого проблемы? Таких причин озвучивается много. Мне, однако, кажется, что более правильным ответом является немножечко другой. Вот я попробую замотивировать свои размышления на примере бизнес-процесса, причем бизнес-процессом буду понимать последовательность действий, создающую ценность для потребителя, и использую для этого механистическую аналогию, в частности, его сборочного конвейера. То есть, на мой взгляд, это более чем приемлемая аналогия бизнес-процесса. Действительно, имеются рабочие места, на рабочих местах выполняется работа, предмет туда перемещается от одного рабочего места к другому, и в конечном итоге создается прибавочная стоимость, полезная ценность, то есть автомобиль. Вот. Вот она, эта схема. Вот участки, как бы несколько имеются. У каждого есть свой менеджер. И руководитель, который руководит процессом. Классический сборочный цех. Участки и руководитель. Он осуществляет руководство работами, обеспечивает сборку автомобилей, но на сборочном предприятии, на настоящем, он не один. И руководитель, которого мы видим все обычно, он просто решает текущую проблему функционирования конвейера. Ежели у него какие-то затруднения с производством автомобилей, скажем, плохо работает какая-нибудь, скажем, там, шуруповер или какие-то сбои в работе робота, то он привлекает так называемых оптимизаторов. Есть у него служба механика, допустим, которая, если что-то засбоит, придет, починит, смажет. С тем, чтобы процесс мог быть немножко оптимизирован и продолжал работать. Ежели требуется принципиальное изменение бизнес-процесса, то есть решили автомобиль производить совсем по-другому, или, допустим, даже решили производить другой автомобиль, то к услугам руководителя подразделения имеются и организаторы, то есть те лица, люди, организации, которые в свое время создали этот конвейер. Это, как правило, институты, отдел механика, они его спроектировали, собрали, запустили. Если необходимо изменить производство автомобиля, то именно это люди придут, значит, вспомнят, как они в свое время ее устроили, организовали, придумают новую концепцию сборки автомобиля и, соответственно, установят оборудование, научат всех работать с тем, чтобы руководитель мог продолжать осуществлять линейное руководство и оптимизатор, то есть его служба главного механика, могла бы производить текущие небольшие улучшения. Это вот случай автомобильной промышленности, автомобильного цеха. В реальной жизни, в жизни реального бизнес-руководителя, к сожалению, нет у него в доступности организатора. Бизнес-процессы были созданы когда-то давно, скорее всего, сложились стихийно, и некого попросить осмыслить и организовать это по-другому. Это должен делать он сам. И нет у его распоряжения кого-либо, кто мог произвести текущее улучшение, предложить лучшие методы работы, переставить оборудование. Таким образом, линейный руководитель, по крайней мере, в знакомых немощностроительных предприятиях, в нормальной жизненной ситуации, остается один перед лицом всех проблем, совмещая в себе обязанности и линейного руководителя, решающего текущие проблемы, и сам же должен при необходимости усовершенствовать деятельность немного, если будет ему поставлена задача принципиально реконструировать свою работу, и очень тяжело ему вместе, так сказать,
бороться со всеми этими возникающими вопросами. То есть получается некорректно, с моей точки зрения, когда мы видим ситуацию руководителя, поддерживающего работу, но существенно не вносящего вклад, нехорошо говорить, что он просто поддерживает, но ничего не делает. Скорее всего, с моей точки зрения, он хотел бы этого делать, но просто не может в связи с общей загруженностью текущими вопросами. Как бы сказать, до последнего времени он надеется, что кто-нибудь придет, поможет ему сделать, или ситуация рассосется как-нибудь сама собой теми задействованными лицами, которые были им привлечены. То есть, наверное, если вот исходить из того, что деятельность фирмы постепенно, ну, под воздействием обстоятельств ухудшается, разлагается помаленько, то можно, наверное, видеть три фазы. В одной фазе деятельность предприятия является вполне приемлемой, руководителя вполне устраивает, и он просто счастлив заниматься своими текущими делами и бесполезно обращаться к его спине, он, наверное, будет просто не заинтересован в каких-либо изменениях и внедрении информационных систем, улучшающих работу. В ситуации, когда ухудшение деятельности дошло до нетерпимого предела, то, конечно, руководитель бросит все свои текущие дела и начнет решать и разруливать все возникающие вопросы и окажет всю помощь необходимую, даже не помощь, выполнит всю работу по внедрению тех программ, которые были ему разработаны, предоставлены, и в решении всех организационных вопросов по разработке и стабилизации деятельности. А вот когда ситуация является пограничной, то как раз руководитель бы, как бы сказать, склонен привлечь кого-либо и надеяться, что именно ему помогут решить вопросы или решат вопросы за него. Вот это и является самой болезненной ситуацией, потому что в первой позиции просто, значит, не влезать, не лезть, не мешать. В третьей ситуации можно принести ему программное обеспечение и надеяться, что он его внедрит. А вот в ситуации именно пограничной, значит, просматриваются две возможные стратегии, видимо, как со стороны информационной службы предприятия, так и со стороны фирмы, которая осуществляет разработку и внедрение информационной системы. Первая стратегия часто озвучивается и многим представляется наиболее единственной и возможной – это не лезть в ситуации, когда руководитель считает решение своих текущих операционных вопросов важнее, чем разруливание возникающих ситуаций по внедрению информационной системы. Вторая же стратегия – не дожидаться и начать помогать руководителю во внедрении информационной системы прямо сейчас, не дожидаясь значительного ухудшения ситуации. Конечно, достоинство от стратегии ждать ухудшения ситуации очевидно. Если она невыносима совершенно, и предприятие близко к остановке, конечно же, все стоящие вопросы будут разрулены, все необходимые лица будут собраны, все необходимые решения будут приняты и будет обеспечена их реализация. Но есть, с моей точки зрения, недостатки в такой позиции, потому что ведь пока мы ожидаем, так сказать, созревания ситуации, текущая операционная деятельность предприятия ведь ухудшается, значит, возможно, прибыль не получается, не удается получить. И видны такие резервы по повышению производительности, это как вот выгоды, недостатки по отношению предприятия. И, конечно же, как стоит думать о своем месте в жизни, потому что если ускользать от решения устающих вопросов, то может найтись кто-нибудь другой, кто возьмется за разрешение ситуации в текущем состоянии. Не будет ждать ухудшения ситуации. Придет, засучит рукава и начнет работать в тех условиях, какие есть, а не в тех, которые бы хотелось. То есть вот мне представляется, что вполне приемлемым вариантом является, когда информационная служба именно возьмет на себя все необходимые обязанности по реорганизации деятельности, связанной с внедрением информационной системы. То есть при воспринимаемой вялой поддержке руководителей, которая на самом деле не является вялой, а является позицией, проявляемой в расчете на оказанную помощь, на выполнение работ, значит, вот, именно по решению всех возникающих вопросов. При этом группе информационной службы надлежит взять на себя весь комплекс работ, не только работ по программированию, по проектированию, программированию и реализации информационной системы, а именно весь комплекс работ по видоизменению текущей бизнес-ситуации, начиная от анализа
бизнес-анализа, бизнес-проектирования, согласовывания предлагаемых схем деятельности. Значит, естественно, по проектированию и реализации информационной системы и по внедрению ее, по адаптации согласованных способов работы к реалиям, по решению всех возникающих организационных, в том числе и мелких и технических вопросов, преследуя цель именно, значит, выступить помощником линейного менеджера, руководителя предприятия по решению всех вопросов, сопутствующих внедрению информационной системы. И именно решая их за него и при его помощи, значит, предоставляя ему возможность заниматься ими операционными работами. При этом критичным моментом является, с моей точки зрения, то, что в пылу энтузиазма ни в коем случае не стоит брать на себя и функции, и обязанности по постановке вопроса. То есть не надо пытаться самому придумать, что стоит реорганизовать в деятельности фирмы, и понять, какую информационную систему надо, и пытаться решать все вопросы по ее внедрению. Постановка вопроса должна оставаться за бизнес-руководителями, потому что кроме них никто по-настоящему не способен правильно понять, осознать те проблемы, которые являются для них болезненными, и сформулировать те цели, которые кажутся именно им важными. Чтобы внедрение информационной системы проходило именно в интересах бизнеса фирмы, а не в интересах лиц, значит, мучимых либо какими-то своими интересами, либо амбициями, или хотя бы своим, воспринимающимся ими как наиболее верным, но не обязательно должен быть поддержанным бизнес-руководителем. В такой ситуации надо, с моей точки зрения, переосмысливать должность руководителя ИТ-проекта. В настоящих условиях обычно руководители ИТ-проектов сосредоточены именно на разработке информационной системы, именно на анализе тех требований, которые поступают к информационной системе, и после ее реализации пытающиеся сказать: вот я вам сделал хороший, отличный продукт, нате, внедряйте его, пользуйтесь. Нет, это не так. Он именно должен стать помощником бизнес-менеджера, помощником бизнес-менеджера по развитию, и вместе с ним, подставив плечо, значит, выполнять все необходимые работы по реорганизации, по возможности, давая возможность менеджеру решать именно те операционные вопросы, которые, как правило, нельзя, трудно, невозможно отложить. Соответственно, в такой ситуации основная задача руководителя ИТ-проекта встает немножко другой. Его задача является не руководство своими программистами и не отслеживание хода разработки информационной системы, и не поиск наиболее оптимальных технических решений, а именно поиск путей решения встающих вопросов, согласования этих путей, значит, и всех возникающих вопросов реорганизации бизнес-процесса, организации деятельности. Вот. Значит, какие из этого протекают выгоды и недостатки, с моей точки зрения? Я имею в виду выгоды для предприятия и недостатки для собственной информационной службы. Вот если условно разделить все время, которое тратит руководитель, значит, свое рабочее время, я вот счел целесообразно пояснять зеленым цветом те работы, которые он тратит на свою текущую деятельность, а красными оттенками красного цвета те моменты, которые связаны с совершенствованием организации деятельности. И вот как мне кажется, обстоит дело обычно в жизни. Прошу прощения за некоторую наукообразность. Вот жизнь есть жизнь, и все, что функционирует, все перестает работать. То есть, если ничего не делать, то деятельность предприятия, участка, цеха постепенно ухудшается. Руководитель обычно это просто терпит, потому что основным вопросом является именно выпуск продукции, решение текущих вопросов. Однако для достижения определенного предела терпение руководителя кончается. И он изменяет характер распределения своего времени. Бросает свои основные текущие работы и начинает выполнять весь цикл работ по реорганизации. Соответственно, значит, меньше времени уделяя именно текущим вопросам, как-то, видимо, перекладывая на своих заместителей или надеясь, что они по инерции будут прокатываться. И что интересным является, с моей точки зрения, как наблюдаемый эффект. После того, как деятельность начнет маленечко управляться в результате его героических поступков, в какой-то момент руководитель считает, что хватит, больше нельзя запускать текущее управление, и бросает работы. Соответственно, деятельность предприятия или участка цеха начинает протекать на уровне чуть меньше предыдущего,
И на каждом и каждом следующем шаге деградация продолжается и продолжается. Как протекает дело, если руководителю непрерывно доступны помощники из информационной службы или, скажем, из фирмы-внедренца, которая ориентирована именно на решение бизнес-проблематики, а не на как таковую разработку информационной системы? То есть, естественно, вначале это все будет протекать предыдущим образом. Значит, деятельность ухудшается, руководитель терпит, но теперь, когда он осознал неприемлемость ситуации, не устраивающую динамику развития, значит, к его услугам сотрудники информационной службы, или если это фирма внедрения, занимающаяся именно вопросами внедрения, которая приходит и начинает выполнять все необходимые работы, лишь незначительно, отвлекая руководителя. Вот. И вот разница-то как раз является, с моей точки зрения, что при втором подходе, после каждого цикла реорганизации, деятельность предприятия немножечко ухудшается. А во втором случае деятельность предприятия после каждой реорганизации немножечко улучшается. Причина этого как раз в том, что руководитель и его сотрудники склонны работать как можно быстрее прекратить отвлекаться от текущей операционной деятельности, а сотрудники информационной службы либо привлеченной фирмы склонны как раз как можно дольше быть задействованными в проекте и, соответственно, выполнить как можно больше объем работы. А недостатками является странная вещь, которая вот непонятно к ней как относиться, может быть как к достоинству, а может быть как и к недостатку. То есть видоизменяется позиционирование информационной службы, то есть она не разрабатывает информационные системы, не программы, а собственно помогает реорганизовывать бизнес. Это вот казалось бы прекрасно, но как правило в информационной службе может не быть людей, которые не только умеют решать организационные вопросы, но и тех, которые хотели бы этим заниматься. То есть сотрудники информационной службы могут просто говорить: мы программисты, не трогайте нас, мы не хотим этим заниматься, мы не будем это делать, давайте лучше подождем, пока ситуация подтолкнет руководителей к решению вопросов самостоятельно. Вот какие следствия работы в такой ситуации, когда информационная служба склонна выступить помощником бизнес-руководителей в реорганизации? Ну, первый болезненный момент, что в отличие от ситуации, когда руководитель высокого ранга готов прийти и разрулить, и заставить, и построить, насилие не является приемлемым ни в коем степени, поскольку, грубо говоря, приходится работать в ситуации, далеко не доведенной до кризиса, то приходится договариваться, искать возможные решения, как-то какие-то, которые удается обсудить, убедить, уговорить. И, соответственно, можно выполнить только те реорганизации бизнеса, на которые согласились, на которые удалось уговорить. Это сложно, конечно. Но, с моей точки зрения, в ситуации, когда людей просят, заставляют делать то, что они сами считают правильным, в чем их убедили, и разрабатывают для них информационные системы, те, которые, с которыми договорились с ними внедрять, то процесс протекает значительно проще, легче и без этих ненужных эксцессов, когда каждый думает не о том, как работать с информационной системой, а какие найти поводы, чтобы с ней не работать. Вторым моментом является, что значит, вот в ситуации дожима большого руководителя достаточно к тому, чтобы было выгодно ему. То есть, строго говоря, он пытается навязать свои решения, заставить менеджера среднего звена, а менеджеры среднего звена пытаются, соответственно, заставить построить низовых сотрудников. И как я уже отметил, значит, старая китайская пословица говорит, что можно же привести коня к воде, но нельзя заставить его пить. И потому, значит, если мы не можем найти выгоду для руководителей среднего звена или для конечных сотрудников, особенно для инженеров и работников интеллектуального труда типа бухгалтера, значит, внедрение будет затруднительным, трудным. То есть надо найти ситуацию, в которой выгодно должно быть всем. И приходится искать выгоду именно для линейных менеджеров и для всех задействованных участников процесса, что тоже может быть очень непросто, но считаю возможным, правильным, нужным, необходимым и целесообразным. И последний момент, который я хотел бы отметить, хотя моментов таких очень много, это приходится особое внимание уделять моментам, связанным с недопустимостью остановки производства. Если предприятие доведено до крайней точки, до кризиса, то, конечно, наверное, можно руководителю счесть, что давайте мы остановимся, скажем, там, на какой-то период, переговорим и запустим
новый бизнес-процесс, прекратив выпускать старый. Значит, ситуация плавного изменения, это не получается. Обязательно большую часть энергии приходится тратить именно не на то, чтобы понять, какой бизнес-процесс надлежит организовать, как люди должны работать, а на то, какие промежуточные шаги можно организовать, внедрить, о которых можно договориться. И реорганизацию, конечно, приходится проводить поэтапно. Каждый этап формулируя таким образом, значит, который представляется возможным с целью нахождения взаимной выгоды и достижения взаимоприемлемых договоренностей. Это, конечно, встает медленно, и приходится выполнять лишние работы, которые воспринимаются как лишними. Но это является неотъемлемой частью переходного периода. Можно забыть цель, к которой шли, пока выполняли работы, но я вот не убежден, что это является недостатком, может быть, это еще одно достоинство. Потому что если в процессе работы цель была старая, забыта и названа новая, может быть, и первоначальная цель-то была названа не совсем корректно. Зато ниже риски, потому что можно остановиться на каждом этапе, переосмыслить и снова вернуться к выполнению работы. Вот, в общем-то, вот такими соображениями я хотел с вами поделиться, пытаясь подчеркнуть две мысли, что вот, значит, может быть, на самом деле именно стоит организовывать информационным службам и фирмам-внедренцам работу таким образом, что руководители этого проекта, значит, по внедрению или по разработке информационной системы внутренней службы или привлеченной фирмы, он является не столько разработчиком информационной системы, сколько помощником бизнес-менеджера по развитию и приходит именно с целью выполнить все работы бизнес-менеджера, его, по сути, работы, связанные с реорганизацией, реконструкцией, внедрением информационной системы. И при таком подходе может быть директор по информационным технологиям или руководитель фирмы-внедренца, он является, по сути, не столько руководителем программистов и разработчиков, сколько руководитель именно помощников по развитию для бизнес-менеджеров. И, наверное, правильнее будет его уже трактовать в другом смысле, может быть, таким образом он начнет переходить в свои роли как директора по развитию. Вот таким моментом я хотел с вами поделиться. Мне кажется, что это как раз и будет являться определенной линией развития по внедрению информационных систем, по крайней мере, на крупных машиностроительных предприятиях. Виктория, компания «Инката», Санкт-Петербург. Я хотела поблагодарить за доклад. Это, мы тут, как вы правильно заметили, по большей части все варимся в среде производителей программного обеспечения и не так часто на конференциях выступают потребители или заказчики этого программного обеспечения. Поэтому такой взгляд с другой стороны баррикады, он очень ценен для нас. Тем более такие интимные подробности, скажем так. Вот. Спасибо, что этим поделились. И я хотела спросить следующее. То есть, ну, вот эта мысль о том, что когда внедряется какая-то информационная система, это не может происходить без реорганизации бизнес-процессов, и обычно те, кто внедряют, они потом как так или иначе вовлекаются в эту реорганизацию. То есть есть фирмы, которые оказывают именно консультационные услуги, да, по реорганизации, есть фирмы, которые внедряют, есть фирмы, которые чаще всего делают и то, и другое. Вот. Но здесь вы говорите, что надо сделать это общей практикой, и нужно, значит, чтобы все, кто внедряли, заодно и бизнес-процессами занимались. Так будет всем лучше. Здесь вопрос в том, как документально, все мы, ну, это идея хорошая, вопрос в реализации себя, да? Как с формальностями быть? Я вот, например, хочу принимать участие в реализации бизнес-процессов. Допустим, я их даже улучшу, а долю как бы в бизнесе мне дадут, например? Да, то есть вот, конечно, вот совершенно в различной ситуации работает внутренняя информационная служба и привлеченная фирма. Внутренней информационной службе ей совершенно не нужно морочиться вопросами оплаты, она получает свою зарплату всегда, и ей проще
Если она сочтет целесообразным именно начать помогать бизнес-менеджерам в решении вопросов, строго говоря, у меня нет до конца ответа, как это правильно организовать для привлеченной фирмы. Я вот даже внутри, я просто хотела немножко дополнить то, что я сказала. То есть, если мы будем говорить о контрактах и о документах, есть, например, договор на внедрение информационной системы, да? То есть получается, что надо еще договор на оказание консультационных услуг приплюсовывать сюда, а это всегда очень сложно описать. Нет, вот я сталкивался с такими случаями в беседах с коллегами, что существует такая практика, которая раньше была практически незаметна, а сейчас начинает, на мой взгляд, все больше проявляться на рынке, когда именно привлекается фирма для решения вопроса. То есть, вот, допустим, руководитель предприятия или его бизнес-менеджер, они говорят, у меня вот такие-то проблемы, реши мне их, реши. То есть, значит, фирма-то привлекается для решения вопроса. Допустим, приди мне, я организую у меня в цехе по детальный учет. То есть и контракт составляется, строго говоря, не на разработку информационной системы, но и не на консультационные консалтинговые услуги. Он заключается по конечному результату. То есть приди и реши мне мои вопросы. И вот не знаю, насколько это распространенная практика, но были случаи, когда, допустим, говорилось о оплате по конечному результату. Что мы, допустим, получаем такую-то сумму, но еще ты мне платишь по взаимно согласованной методике, скажем, 15% от годовой выгоды после реорганизации моего цеха. Вот, мне кажется, в этом направлении будет линия продвигаться. Я понимаю, что о таких вещах трудно договариваться, но надеюсь, что это будет возможно. Литвиненко Наталья, научный инженерный центр Электротехнического университета. Я хотела вот такой вопрос задать. Вот есть внутренние IT-службы на предприятиях, особенно на больших предприятиях. Их часто привлекают для решения проблем, связанных с реорганизацией бизнес-процессов. Можно также привлекать компании сторонние. И есть такое мнение, что сторонние компании, у них взгляд со стороны, да, и они могут более адекватно оценить как скользкие места существующих бизнес-процессов, да, так и какие-то пути улучшения видеть более четко, в то время как у внутренней информационной службы, есть всякие, так скажем, личные моменты, да, там какие-то связи, там какие-то там даже на уровне дружеских связей, да, вот, и это может мешать адекватно оценить ситуацию, перестроить процесс, потому что ведь зачастую вот там внедрение каких-то информационных систем или организация бизнес-процессов, она влечет за собой то, что там кто-то будет обижен, кто-то будет обделен, там либо там какие-то полномочия будут перераспределены, да, вот с точки зрения вот эффективности, да, лучше все-таки доверить это внутренней информационной службе или привлечь компанию стороннюю, хотя бы даже для какого-то этапа там того же там, анализа. Вопрос ваш, как говорится, на 100 тысяч долларов. К сожалению, я вот на него вынужден ответить, что с моей точки зрения истина где-то посередине. Во всем есть свои достоинства, есть свои недостатки. Внутренняя информационная служба, конечно, у нее зашорены всегда глаза. Значит, оно видит, видимо, какую-то часть всего спектра возможностей, но она больше имеет возможность знать именно детали мелкие, которые могут быть существенны. И противоположность этому привлекаемая фирма, она, конечно же, очень трудно ей понять мелкую взаимосвязь всех деталей, но действительно она может предложить неожиданное решение, которое могут, допустим, на интуитивном уровне отвергаться информационной службой предприятий, в том числе бизнесменами. То есть, видимо, целесообразно руководству фирмы сотрудничать и со своей информационной службой, пока ситуация, допустим, решается, а когда она чувствует некоторую беспомощность своей службы, тогда привлекать внешнюю фирму. Вот. Однако и в том, и в другом случае существенным является именно вот нацеленность как информационной службы, так и привлекаемой фирмы. То есть, для чего я пришел сюда? Для того, чтобы, допустим, высказать свое решение и внедряете его вы, вот, или, значит, вот у тебя есть проблема, давай я помогу тебе ее решить все.
Транзас, Дмитрий Тюгунов. Вы не могли бы рассказать конкретный пример, допустим, из свежих, где вы смогли выступить как проводник изменений, как представитель IT-подразделения? Какая была задача, как она решалась, и как она началась, как вы к этому пришли? Ну вот пример, который я готов привести, значит, связан с реорганизацией деятельности заготовительного цеха. Тут, видимо, возможны разные отношения к произошедшим событиям. Значит, с моей точки зрения, к этому заготовительному цеху на моей памяти вопрос вставал приблизительно 10 лет подряд. То есть я лично наблюдал, как вот начальник цеха обращался сперва один раз ко мне, потом, значит, года через 3-4, значит, другим людям, потом снова ко мне, потом снова к другим людям. И каждый раз информационная служба пыталась создать какое-то решение, предлагала его заготовительному цеху, но почему-то оно так ни разу не внедрилось. Значит, в том объеме, который бы устроил цех. Как-то это все было или никак, или кособоко. То есть в части случаев, ну, в этих по очереди последовательно, двух из них просто программное обеспечение посмотрели и отложили, в двух случаях внедрили, но до того кособоко, что мне, например, было даже немножечко неудобно, что я был замешан с этим процессом. Когда мне дали возможность заниматься заготовительным цехом, я попытался именно, значит, посмотреть на это с точки зрения того, как могла бы быть задача решена, и именно переговорили мы со всеми задействованными лицами, попытались именно понять, какие проблемы у каждого задействованного лица, там, у мастера, какие у контролера, какие, строго говоря, у рабочего, какие у начальника цеха, и попытались, значит, придумать схему деятельности и согласовать ее так, что они согласились. Вот. И разработано программное решение, было внедрено быстро и эффективно, в настоящее время используется. Это вот убедило меня в том, что я прав. Вот. Хотя, честно скажу, мне не у всех окружающих удалось добиться, чтобы они разделили мое мнение. Вот. А скажите, как вам удалось ЛПРов убедить в том, что IT является тем самым проводником? Еще что раз. Вы им можете помочь? Кого убедить? Лиц, принимающих решения, ну, руководство ваше фактически. Ну как, строго говоря, проблема-то была у начальника цеха. Он и говорил, что вот у меня есть проблема, помогите мне. Сделайте мне, чтобы вот мы меньше тратили времени на выписку расстроенных нарядов. Я прошу прощения за технические детали. То есть постановка вопроса была сформулирована начальником цеха. Единственное, он, начальник цеха никогда не станет спорить. Прощения, начальник цеха — это среднее звено управления. Получается, что в этом проекте высшее звено управления оно не участвовало. То есть директорат, там, я не знаю, там, заместители, поддержка с какой стороны была? То есть вы шли по среднему уровню, и вам сверху никто не мешал, но и не помогал, получается? Ну, не совсем так. Если обратиться к деталям, то, значит, я часто присутствовал на встречах высших менеджеров, и неоднократно они говорили, что, господа сотрудники информационной службы, у нас на заводе есть слабое звено. Слабое звено – это заготовительный цех. Он сдерживает все производство. Значит, сделайте что-нибудь, чтобы с ним было меньше проблем. Вот. И, строго говоря, вот после этого высказывания мы говорили, что руководство обеспокоено вашей деятельностью. Он тоже говорил, да, я понимаю, что из-за меня много проблем. То есть, как сказать, это называется китайская стратегема «Луна за облаками». То есть сослаться на Луну, которую не видно. То есть, вот, и, как сказать, было сказано, что поддержка и заинтересованность высшего руководства есть. Но давайте не будем его привлекать до тех пор, пока мы можем разрешить все вопросы самостоятельно. Если есть необходимость, давайте сходим, переговорим с ними, необходимость не возникла. Спасибо. Алексей, НТ-Информ. Большое спасибо за доклад. Очень интересно, актуально и для нашей деятельности. У меня следующий вопрос. Вот вы рассказали про два подхода. То есть первый, как я понял его, это когда руководитель действует по отклонениям, а второй подход, когда закладывается постоянное улучшение процессов, в данном случае завода, да, направленное на достижение определенных бизнес-целей. Я так понял, ну, два подхода, которые вы в презентации рассказали. IT-компания, которая сталкивается с российскими предприятиями, которые переходят на второй подход, который вы описали, да, который, ну, более конкурентоспособный сейчас на рынке,
она заинтересована во втором подходе априори, потому что это, в принципе, ну, постоянно выделяемое финансирование на проведение улучшения деятельности завода. Так вот, у меня к вам вопрос в связи с этим, да? Какие требования, например, ваша IT-служба, да, предъявляет к IT-компании, или что она ожидает от IT-компании, чтобы перейти от первого, условно говоря, плохого, да, сценария по отклонениям, который по IT работает, ко второму, более как бы, ну, последовательному улучшению, да, завода. Какие требования вы предъявили к IT-службе, к IT-компаниям, да, к поставщикам решений, к консультационным IT-компаниям, да, чтобы именно второй подход лучше бы пошел у вас, например. Спасибо. Мне на ваш вопрос ответить очень-очень трудно, потому что я вот, когда говорил про наше предприятие, я промолчал о том, что, к сожалению, культура нашего, у нас специфическая, информационные технологии начали применяться, наверное, в аэрокосмической отрасли, самая первая в стране, и всегда у нас все информационные системы разрабатывались самостоятельно, и, ну, если не считать привлечение тех головных институтов, которые были созданы ради того, чтобы помочь нам создать нашу информационную систему. И культура нашего предприятия основана на том, что все информационные системы должны быть разработаны полностью, исчерпывающе самостоятельно, и привлечение фирм, значит, не приветствуется никоим образом. У нас есть всю историю предприятия. Сегодня случай, когда была привлечена фирма для внедрения небольшой такой подсистемы, как фондами. И потому, строго говоря, я не готов аргументированно сказать, какие мы готовы выделить требования привлекаемой фирме, потому что, наверное, культура нашего предприятия не изменится в обозримом будущем. И потому ваш вопрос я могу ответить только теоретически. Это, видимо, фирма, которая заинтересована именно в достижении бизнес-результатов. Вот я бы хотел на это надеяться. Это, однако, не более чем умозрительное построение. То есть не представляла бы, наверное, интереса фирмы, которая бы говорила, вот вам программное обеспечение, оно хорошее, если вы его внедрите, вот вам благо. То есть так не хотелось бы. Здравствуйте. Ленара Берг, Казань, Фуджитсу. У меня вопрос может быть не совсем по теме, но в рамках вашего предприятия информационная служба является скорее вспомогательной, поддерживающей, да? То есть вот в западной терминологии есть кост-центр, центр затрат. Помогательные службы и профит-центр, то есть производственное подразделение, да? А вы не думали о том, чтобы свою службу позиционировать как поставщика информационных услуг для других организаций, например, в Воткинске? Ну, вы вопрос не совсем верно формулируете. И, как бы сказать, понимаете, когда тот тип изделий, который мы производим, осваивался, ну сколько это было, наверное, лет 20-25 назад, то есть совершенно было непонятно, как производить такие изделия в организационном смысле. То есть их величина такова и сложность, что организационная система того периода, это мы где-то говорим про 60-70-е годы, они просто не были готовы справиться с производством такого толка. И потому, когда осваивалось производство изделий, строго говоря, оно протекало с трех сторон. Левой рукой проектировалась конструкция изделий, правой рукой, если угодно, значит, проектировалась технология изготовления, а третьей рукой проектировалась поддерживающая информационная система, которая является основным элементом планирования производства. То есть она является, как бы сказать, гвоздем предприятия, и все планирование производства держится именно на ней. И потому, строго говоря, мы не воспринимаем себя как обеспечивающее подразделение. То есть в плане планирования управления производства и производственного учета, в том числе учета всех материалов, информационная система является основным системообразующим фактором предприятия, без которого оно не сможет существовать, наверное, больше еще дополнительно, там, скажем, 3-5 дней после остановки информационной системы. Вот. А предлагать свои услуги кому-нибудь, эта мысль даже нас никогда не посещала и, видимо, никогда не посетит. Ну как, такого быть не может, потому что такого быть не может никогда. Не соответствует идеологии, концепции, ходу мыслей, образу рассуждения. Поэтому я не могу на ваш вопрос ответить. Александр, компания «Балта». А скажите, пожалуйста, не было ли у вас такого опыта участия IT-подразделения в организации, которая не требовала бы замены информационной системы? То есть новые программы не пишутся, не заменяются, но, например, какой-нибудь отдел делится на два или отделы объединяются. Если я правильно вас понял, то есть да,
То есть мы информационную, ну как, структура нашего предприятия, информационной службы, она за последние где-то, наверное, лет 15 изменялась, наверное, раз в несколько. Во-первых, 10 лет примерно назад было принято принципиальное решение о замене нам от системы товарно-материального учета. То есть наша система самостоятельной разработки отработала свои, значит, 20 лет полностью себя исчерпала и не могла справляться с новыми задачами, которые оставили. Была произведена на покупную систему «Парус», которую мы внедряли полностью самостоятельно. Соответственно, вся информационная служба была реорганизована, в том числе укрупнена, созданы там, ну, другие структуры. И в течение последних 10 лет, в моей памяти, три раза структура информационной службы изменялась. И, видимо, нам светит вот сейчас еще одна реорганизация, потому что, с одной стороны, мы сейчас выделяем бизнес-аналитиков как отдельную службу, хотим посмотреть, что из этого получится. А во-вторых, нам надо заменять нашу систему планирования и управления производством, видимо, на что-то покупное, если мы не сочтем ее самостоятельно перерабатывать. То есть, ну да, то есть замены информационных систем были, реконструкции информационной службы были. А это тот вопрос, который вы задали? Нет, как раз наоборот. Я имел в виду, что информационная система не меняется, но меняется структура отдела. Например, отдел производства, основного производства делится на два. Или... Нет, такого у нас не было. У нас, то есть, ну как, поскольку я сказал, организационная система, я не совсем верно сказал, то есть четырьмя руками строили завод. Конструкция, технология, организационная система, поддерживающая информационная система, структура работы отдела планирования и управления производства тесно связана с функционированием информационной системы, они вот так вот взаимосвязи существуют, нет, не изменялись, не было такого. Спасибо. У меня по содержанию доклада вопрос. То есть, насколько я поняла, что ну, то, что вы говорите, менеджер, руководитель на предприятии, он весь такой несчастный, сильно загруженный, и времени у него заниматься, собственно, улучшением дел и развитием собственной организации нет. Если его при этом информационная служба не подпинывает сбоку сильно, или если уже там какой-то сильный петух сверху не клюнул. При этом у нас тут из этого вытекает логичный вывод, что если информационная служба что-то хочет сделать, то ей надо самостоятельно эту ситуацию ухудшить, так чтобы получить все-таки поддержку руководства, что, ну, абсурд, да? Хотя часто так и случается. Поэтому вопрос, может быть, здесь все-таки в консерватории что-то улучшить, то есть какую-то начать работу с руководством, с тем, чтобы они не дожидались, когда все станет плохо. Это вообще возможно, нет? Нет. Наверное, я не очень хорошо и удачно подчеркнул мысль, которую я проводил. То есть к информационной службе непрерывно поступают обращения от бизнес-руководителей различных уровней, как от менеджеров самого низкого звена, от менеджеров среднего звена, от менеджеров высшего звена. Этих обращений значительно больше, чем информационная служба может выполнить в разработке, переработке своих информационных систем, может быть, 3-4 раза. И постоянно вынуждена отказываться вот каким-то или иным образом от тех работ, которые ее пытаются убедить или навязать. Вот. То есть, конечно, информационную службу, если ей предлагают какие-то проекты, то, пытаясь тихонько подсунуть свои мысли как чужие, мы исходим из того, что постановка задач и вопросов должна идти с точки зрения руководства. Вот. Единственным фактом, огорчающим меня, было то, что многие, значит, обращения подразделений по организации и реорганизации информационных систем часто у нас не находили понимания. И именно обсуждалось, исходя из того, что ситуация не созрела, проблема, значит, недостаточно велика. Когда мы им разработаем информационную систему, они не станут ее внедрять сами, не станут решать возникающие вопросы. Поэтому давайте не будем информационную систему им делать вообще, подождем нагнетения ситуации. Вот. Поэтому я и стал подготавливать свой доклад, сказав, что, значит, в такой ситуации стоит нам самим выбрать те обращения, которые являются более правильными, концептуальными, своевременными, и по этим направлениям именно самим выступить как лицами, решающими все возникающие вопросы по внедрению. Спасибо, Сергей.
время уже закончилось, поэтому все остальные вопросы уже за кофе. Спасибо, господа.